Мои любимые, мои дорогие, добрый день. Я вам обещала пойти в магазин, обувь купить и показать вам магазин, да? Вот сейчас я пойду в магазин и покажу вам. Даже если музыка будет, просто сделаю так. Моя кайтаночка меня научила, как можно делать музыку, убрать. Все. Поставила стиралку. Поставила стиралку. Сегодня целый день буду у сестры. Почему? Потому что это вас Салюда. И ты он уже не здоровается, ничего. Обнаглел, ребята. Вот так. Сегодня у меня столько дел, ребята. Столько дел. И это самое. И иду обувь купить, это обязательно. Попросила мужа прийти. Со мной пойти. Вот не знаю, ребята, я вот такая жадная для себя стала. Раньше я такая не была. Если вот сейчас бы мне сказала Кайтаночка моя любимая или Адамчик, ой, тетя там, это мне нужно, то нужно. Не задумываясь бы купила бы, ребята. Но как это для себя? Вот я как-то начинаю задумываться. Нужно ли, не нужно ли? Зачем мне это? Так на меня смотрят. Но за то, что, наверное, с телефоном иду. Мой муж будет сейчас меня катать. Ну что, ребята, смотрите, какие у меня сегодня планы. Сегодня у меня планы. Сегодня у меня планы пойти обувь купить. С утра уже, ребята, 5 минут. Эта женщина не спала сегодня. Сегодня не спала. Кто-то меня там спросил, а как вы на работу пойдете? Ребята, а это здесь я при чем? Просто эти дни, тяжелые дни, понимаете? Очень для меня тяжелые дни. И вот по ночам, я вчера еще валерьянку выпила. Прошла, девочку в школу отвела. Это самое. Так, давайте камеру поверну. Прошла девочку отвела в школу. Мою девочку, мою любимую, мою доченьку. Я не говорю там девочка на нее, чтобы там ее обидеть или рассердить там, или еще что-то, или неуважение к ней. Это просто привычка, ребята. Вот. Потом отвела ее в школу, пошла с мужем кофе выпила. И его уговорила со мной пойти. Он говорит, вот, не смогу, у меня много работы. Я говорю, у тебя всегда много работы, удели мне полчаса. Ну вот, короче, сейчас уделит мне полчаса. Пойду куплю, вам тоже запишу, потому что обещала. Если бы нет, ребята, если сейчас сказать, на следующий день, может быть, оставила бы или еще что-то. Но так как вам обещала снять и показать, вам покажу. Куплю обувь, потом приду сюда. Мне надо кушать сделать. Это все надо спеша. Почему? Потому что у меня 12 часов к нотариусу иду, ребята. Чтобы к нотариусу пойти, сделать себе завещание, вот это все сделать, ребята, это ты должна время взять. Я уже время взяла. Потом ты должна паспорт отдать, чтобы они пошли в регистру, в регистрацию, где что у тебя, что есть, что нету, чтобы они это все приготовили. Понимаете? Вот сегодня мне сказали в 9:20. Я сказала, 9:20 у меня не получается. Так что они мне сказали на 12 часов. А у меня дочка в час со школы выходит. Потом ее надо накормить. Ребята, короче, все, как всегда. Потом мне ее надо искупать, потому что сегодня хочу искупать ее. Я сюда столько одежды принесла постирать, ребята. Надо было мне, конечно, и погладить, но я не привезла с собой одежду погладить все. Потом учительница придет ее. Ее учительница придет. Вот здесь, на этой улице, Ирочка живет. Не звонит она ко мне тоже. Но, ребята, раз не звонит, значит, не интересно, не хочет. Если нет, позвонила бы. Я тоже перестала. Чего я постоянно должна бегать за всеми? Вот здесь я живу. Так что вот так, ребята. Потом придет учительница. Она с 4 до 6. Я буду там ее ждать. Посижу там. Ну, достираю, короче, все. С собой заберу эту стирку и дома вывешу. Вот такие у меня планы, ребята. Вот так, весь день, короче, я сегодня здесь я пробуду. Почему?
Ради ребенка, не потому что я хочу или еще что-то. Ради ребенка, ребята. Хотя я могу учительнице сказать, приходи ко мне домой туда. Могу сказать ей, прекрасно это. Ну, так. Это моему мужу с работы не хотела это показывать, это снимать, зачем это надо. Вот, еду в Карифу. Сейчас куплю себе обувь. И все. У меня есть, но, видать, я поправилась. Нога чуть-чуть оттекла или еще что-то. И, ребята, вот все мне жмут. А мне хочется, чтобы мне не жмали, чтобы мне было очень удобно. А вот только вот в этом магазине, хоть немножко она и дорогая обувь, но зато она ноская, ребята. Очень ноская, ребята. Ну, сами представьте, за 20-30 евро разве чисто кожаная обувь может быть? Конечно, нет. А можно на всем сэкономить, но не на бухгалтере, не на сапогах, не на туфлях не надо экономить. А на остальном все можно сэкономить. Потому что, вот я вам серьезно говорю, я что заметила? От бюстгальтера много чего зависит. И спинная боль, и все это, и косточки, и мосточки. Надо покупать себе нижнее белье, удобное и хорошее. И обувь. А остальное все ерунда там. Джинсы какие оденешь, какая нахер разница? Вот так. Вот еду в Карифу. Сейчас посмотрим, ребята. Как что? В тот раз увидела, и мне сказал мой муж, купи. А я как дура, знаете, ребята. Сказала, ай, дорого, сейчас не надо, зачем мне надо? И вот сейчас стало прохладно, а уже в тапочках не проходишься. Понимаете? Уже в тапочках не пройдешься. Но не холодно, а прохладно просто, понимаете? И уже как-то некрасиво. Здесь раньше моего дивера жена работала в магазине. С хорошей зарплатой. Такая дурная. Упустила свой шанс. Начала там пропускать. Сегодня иду, завтра не иду. То я болею, то это, то. Короче, ее уволили. А сейчас говорит, работу мне не можешь какую-нибудь помочь найти. Я ей говорю. Вот такая у нее была здесь работа. Просто в продуктовом магазине. За 3 часа у нее контракт был. 3-часовой контракт, ребята. Я же говорю, вот, кому-то везет, кому-то нет, ребята. 3-часовой контракт. Это никто тебе не делает, вот, знаете, в магазинах. Тебе надо там определенное время, да? Если нет, там 8 часов, мне кажется, или 6 часов делают контракт. А у нее был 3-часовой, и такая хорошая зарплата была. За ее 3 часа очень даже хорошая зарплата была. Но не удержала. Понтовалась, понимаете? Ба, ой, ой, ай. И вот, а теперь, ребята, тяжело. Конечно, ипотеку надо платить. Кушать надо дать 2 деточек. Ну, там у меня есть кафешка, куда я хожу. Я с ней поговорю. Может быть, нужно ей кто-то, официантка. Но знаете, у нее 2 детей, она не может целый день тоже работать. Ну, посмотрим. Так как я много в кафе хожу, они меня знают. Так, ребята, не прощаюсь. Ребята, вот этот магазин называется Кортефиль. Это мой самый любимый магазин, ребята. Насчет обуви, одежды тоже.
О, ребята, купила себе я ботинки. Другие я заказала. Там просто без звука было. Потому что там музыка была, все это я без звука смонтировала. И заказала я себе другие вот эти, вы видели, да, вот такие толстые с бляшкой, да? Не вот эти тонкие. Тонкие мне не понравились. Мне больше, но они такие удобные, ребята. Даже пускай будут не такие уж, а, но они очень удобные. Их одеваешь. Ботинки мне давно нравятся такие. И под джинсы они вообще шикарно смотрятся. Вот, купила. Вон там я купила, вот оно, винта, ну. 90 евро ботинки мне обошлись. И те 38 размер не был. Потому что у меня 38 размер. И этот заказала. Через 3-4 дня придут. Так что вот так, ребята. Потом скажите, давайте пообщаемся, скажите мне в комментариях, как вам понравились ботинки или нет. Это наш оспиталь. Вот. Наш оспиталь. Ой, звук, наверное, будет сейчас. Ветер и это все. Подождите, закрою. Сейчас еду на квартиру, потому что там трубу эту меняют. Эту железную, на пластмассовую. И там должны, короче, сверлить, что-то там делать. Так что вот так. Сейчас еду туда, и мне потом к нотариусу надо. Какой у нас город красивый, правда, ребята? Мне очень нравится. Смотрите, как гранаты растут там. Видите, да? Это наш Макдональдс. Вот в этом желтом доме на последнем этаже моя сестра ухаживала за ними. Вот здесь. На последнем, наверху, наверху. Это наша Меркадонна. Вот наша Меркадонна. А это здесь Супеско. Супеско. Здесь недалеко моя сестра живет. Квартира моей сестры. Еще не могу привыкнуть сказать. Не знаю, почему я все время говорю. Квартира моей сестры. Может, надо мне говорить. Квартира моих племянников. Но не могу еще привыкнуть к этому. Вот так. Купила себе ботинки, наконец-таки. Давно я их хотела. Не знаю, почему не покупала. Потому что я же говорю, от себя жалею, ребята. А разве можно от себя жалеть? Надо в первую очередь себя. Вот и все. Надо в первую очередь себя. Мне надо на педикюр тоже пойти, но когда, у меня времени нету. Вчера волосы это хорошо уложены были и все. А сегодня такая херня на голове. Пришлось хвостик сделать. Но вообще не держится, ребята. Ой, как он ездит. Бах-бух, бах-бух. Аж телефон бедный. Я извиняюсь, ребята. Но у нас вот эти шишки тоже везде. На каждом 5 метров. Каждые 5 метров эти шишки-мышки. Так что вот так. Зашла в Сея тоже. Купила себе немножко там. Ну, короче, нижнее белье купила себе чуть-чуть. Я не знаю, почему мне должно быть стыдно сказать. Я купила себе нижнее белье. Вот не могу понять, почему. Все я хорошее нижнее белье, мне нравится. Хоть у меня и пачками, ребята, но все равно. Люблю, когда в запасе есть.
10-15 штук хоть новых, да, вот мало ли что. Потому что от этих стиралок тоже резинка слабая становится, то это, то то. Короче, довольная, накупила себе. Неплохо потратилась. Вот так я приехала. Пошла я наверх. Сейчас стиралку тоже еще одну поставлю. Наверное, уже это закончилось, которую я поставила. Сейчас. Знаете, ребята, я раньше ставила вот этот сушилку, да? Не ставлю больше. Не то, что вещи портятся. Я не знаю, какой у вас этот сушилка. Если у вас есть сушилка, скажите мне, у вас тоже так или как? Вот. Все вещи становятся маленькими. Все вещи становятся маленькими, ребята. ¿La dejas ahí o la subo? La cojo. ¿Qué? La bolsa. La dejas. Вот, сразу как будто на размер меньше стало. Даже Кайтана мне сказала, тетя, все футболки маленькие ты сделала, которые я здесь осушила. Так что не знаю. Ладно, ребята, короче, не прощаюсь. Потом продолжу. Себя немножко в порядок. Быстро. Чуть-чуть румяна, чуть-чуть напудрилась губы. Иду к нотариусу. Наконец-таки, ребята. У меня прям вот такая жажда была это сделать, да? Не могла, ребята, не могла, думаю. Мало ли что. И эти дни особенно. Да, вот. Сейчас сделаю так, что пока мой муж живой, не имеет права его никто выселить. Если без согласия моего мужа. А если с моим мужем что-то случится, короче, пускай делят и все, делают, что хотят. Вот так. Потому что мало ли что. Потому что доверяй, ну проверяй, ребята. Я не хочу, чтобы тоже мой муж остался на улице, мало ли что. Вот это подъезд к нотариусу на первом этаже. Видите, да? Написано на четвертом, на третьем. Мне сказали, что на первом этаже. О, какой подъезд красивый, смотрите. Так, Москва один. Какой лифт, ребята. Чистый все. Этот лифт, говорит, поднимается. Так, сейчас посмотрим. Видите, первая планта, нотариус. Ребята, сейчас придет нотариус. Вот я уже сделала, видите. Все на мою Кайтаночку. Мой Теван, все, я все сделала. Это в нотарии, видите, мой паспорт, все. Так что, сейчас сидим, подписываем. Сейчас придем. Я, говорит, как ну, за ней, говорит, иду, говорит, как это, гвардаспальда, это телохранитель. Вот кабинет красивый, правда же, ребята, и место красивое. Здесь вообще, ну, это в центре, да. Здесь я этот, сейчас он, говорит, придет. Ладно, ребята, оставлю. Вот, ребята, сделала. 40 евро отдала и такая довольная. 39. Короче, почти 40. 39. Короче, 3 сентима мне вернули. От Когда мне окутал 39. 10 евро 2 сентима. 10-50 евро я дала, она мне дала 10 евро и 3 сентима, короче. Но зато я сейчас спокойная. Но можно сделать, когда ты хочешь. Ты можешь поменять, когда ты хочешь. Вот так. Теперь, конечно... О, ребята, извиняюсь. Теперь, конечно...
Но теперь, конечно, нужно будет мне сделать этот... Она должна будет отказаться от квартиры, на дома. Нет, Гранада, она идет ходить. Си. Должна будет отказаться от квартиры. А от квартиры, которая от матери осталась, это так будет честно. Ну, это только она может отказаться, когда ей будет 18 лет, конечно. Но я надеюсь, что я буду жива-здорова и прослежу за этим. Чтобы квартира полностью осталась Адамчику. Адаму. Вот так. Ой, короче, ребята, вот не поверите, вот с 5 утра целый день на побегушке. То туда, то сюда. То туда, то сюда. Короче, вот так. Наша машина. Это он говорит, покажи это потом Кайтане. Я говорю, зачем? Я ему не говорю. Ну зачем? Зачем ей об этом знать? Но самое главное, что она моего мужа не может оттуда вытащить. Это для меня тоже очень важно. Если мой муж захочет продать без ее разрешения, не может продать. Если она захочет продать, пока он живой, без его разрешения тоже не может продать. Вот так, двоякая, короче. Сейчас нам здесь трубу меняют. Они у нас, наверное, на квартире еще. Не знаю, сейчас посмотрим.